Посол США в ООН Ники Хейли заявила, что президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не следует пытаться остановить российское расследование, руководимое спецпрокурором Робертом Мюллером. «Надо, чтобы этот процесс был пройден до конца», — сказала Хейли, — «но надо сделать это быстро». Новый адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани не исключил, что в ходе российского расследования президент воспользуется правом не свидетельствовать против себя, гарантированным 5-й поправкой к Конституции. Джулиани, несмотря на готовность президента США встретиться со спецпрокурором Мюллером, будет настаивать на том, чтобы Трамп не делал этого. Губернатор Гавайских островов Дэвид Иге задействовал подразделение Национальной гвардии для помощи жителям Большого острова. Ранее вулкан Килауэа обрушил новые потоки лавы на восточную часть острова. По сообщению Associated Press, поток лавы разрушил как минимум 5 жилых домов. Глава Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Мак Торнберри заявил, что президент Трамп не должен выходить из соглашения по ядерной программе Ирана. «Иран выгонит инспекторов, и мы утратим ту возможность наблюдения, которую сейчас имеем», — пояснил Торнберри.